Некоторые из приемов мануальной терапии могут выглядеть достаточно опасно, и это действительно так. Многие боятся хруста, который происходит во время процедуры. Я его и сам боюсь. Разве может быть безопасной процедура, которая выглядит так ужасно? Некоторые врачи не советуют своим пациентам посещать мануального терапевта. И я с ними полностью согласен. Но идти на прием нужно к опытному специалисту, потому что если он вам сместит позвонок не в ту сторону, у вас перестанет подниматься рука. Но если он сделает это в нужную сторону, она будет работать хорошо. Выбирать специалиста нужно очень тщательно, потому что работа с позвоночником должна быть ювелирной. Черт, не в ту сторону.